Тезос объявил о планах, и на следующий день все рухнуло. Швейцарская компания Tezos Foundation работала над созданием блокчейн-экосистемы на основе протокола Tezos. Был сформирован капитал фонда за счет средств, привлеченных в ходе ICO и от инвесторов. Однако из-за разногласий между основателями проекта и президентом Tezos Йоханом Геверсом, который управлял собранными средствами, реализация проекта была сорвана. Основатели проекта потребовали отставки Геверса.